Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня покупки с магазина Fix Price. По пути домой с ночной смены зашла я в Fix Price. А сегодня 4 января 2017 года. Нужны были мне продукты для стирки, так как закончились с новогодними праздниками. Перед Новым годом стирка, шторы, тюли, постельное белье, все стирала, и у меня закончились порошки, гели. Вот так. Также я заказала Faberlic, но пока придет мой заказ, мне необходимы были такие продукты. И первое, что я вам хочу показать, купила я свой любимый Санфор 10 в одном. В пустых баночках я постоянно рассказываю, что это мое любимое, самое любимое средство, которое идеально очищает унитазы и ванную комнату. Также я использую для дезинфекции при мытье полов. Попробуйте, рекомендую, вам также понравится. Вот. С этим средством, вода же по сути она жесткая, а с этим средством вот мне просто нравится стирать. Извиняюсь, мыть пол. Вот, объем 750 миллилитров. И стоит у нас Санфор 10 в одном 55 рублей. Хотя в магазинах тоже можно найти. Я покупала за 54 рубля, но таких акций бывает, к сожалению, не часто. Вот. И следующее. Также я видела у многих блогеров вот такое вот средство Home Star. Чистящее средство для ванн. Вот так все это выглядит. И также 750 миллилитров. Покупаю впервые, еще ни разу не пробовала. Написано, что подходит для любых типов ванн, хромированных кранов и душа. Попробую и обязательно расскажу в пустых баночках. Следующее. А видела тоже также у многих вот такие вот гели для стирки цветных тканей Velour. Цветочный аромат, подходит для любых типов ткани. Так, для цветных тканей, и объем у нас здесь 1 литр. Тоже ни разу не покупала. А также обязательно попробую и обязательно расскажу в пустых баночках. Здесь все указано, сколько миллилитров, да, ручной стирки и для автомата. И забыла сказать, Home Store 50 рублей. Получается, Home Store намного выгоднее, чем Санфор. Ну, надеюсь, что эффект такой же хороший, как у Санфора. Следующее также Velour для черных тканей. Цветочный аромат. Для ручной машинной стирки 30-40-60 градусов. Написано, экономичная упаковка. Также 1 литр. Все здесь вот указано. Вот. Очень такой тяжелый, объемный. Надеюсь, мне понравится. Если понравится, буду постоянно покупать. Следующее. Кислородный отбеливатель. Окси. Не знаю, как читается. Кристалл. Для цветного белья. Отбеливает, удаляет пятна и сохраняет цвет. Объем 600 грамм. Здесь вот порошок такой. Кому интересно, можете прочитать. Удаляет пятна от кофе, чая, ягод, вина, фруктов.
Попробую и расскажу в пустых баночках. И стоит у нас Вилор. Средство для стирки Вилор, каждое стоит по 50 рублей. Кислородный отбеливатель также стоит 50 рублей. А сегодня у меня покупки 55 рублей не превышают. Следующую увидела вот такой вот Refine. Защита для стиральных машин, для автоматических стиральных машин всех типов. Предотвращает образование накипи солевых отложений на ионном уровне. Способствует размягчению и удалению накипи с негревательных элементов стиральной машины. Объем 750 грамм. Покупаю впервые. Вот и обязательно расскажу. И на оборотной стороне все написано одинаково. Здесь только есть вот способ применения, не фокусирует, меры предосторожности. И стоит это средство 50 рублей. Продолжаю тему бытовой химии для стирки. Вот такой вот Refine отбеливатель, пятновыводитель, объем 400 грамм. Для белого и цветного белья, лен, хлопок, вискоза. Прекрасный срок годности. Производитель. Город Москва. Ручная стирка и также стиральная машина. И стоит это средство 50 рублей. Покупаю я впервые. Хотела открыть, но на все сыпется. Вот, пока ехала домой, я бултыхала туда-сюда у меня пакет. Пакет был тяжелый, вот поэтому все сыпется. Вот такое вот средство, посмотрите. Обычный порошок с мелкими голубыми, синими гранулами. Аромат. Аромата никакого не имеет. Есть немножко. Пахнет белизной. Вот. Следующий Refine. Окси Ровер, отбеливатель, пятновыводитель, 400 грамм объем для белого и цветного белья. Эффективно удаляет пятна. Ручная стирка, стиральная машина. Разницы я никакой не вижу, что вот этот сиреневый и зеленый одно и то же, также пахнет хлором. Попробую с удовольствием и расскажу в пустых баночках. И у меня осталось немного средств. Не ушла я без своих дисков ватных за 55 рублей. С ионами серебра 140 штук. Я много раз рассказывала в своих обзорах, что это мои самые любимые ватные диски. Видела у блогеров. Осталась всего одна маска у нас в фикс-прайсе. Маска увлажняющая с таурином и с витамином Е. Обеспечивает длительное увлажнение, препятствует возникновению сухости и шелушения. Тканевая маска одна штука для лица и шеи. Кому это интересно? Поставить можете на паузу и прочитать. Вот. Хотела, конечно, я попробовать. Я видела, что есть омолаживающее, питательное, но вот
Одна маска, единственная. И маска стоит у нас 50 рублей. Также увидела вот такую емкость с крышкой. Так и называется емкость с крышкой. Объем 500 миллилитров. От Kitchen. Покажу сначала саму посуду. Очень оформлено красиво. И мне понравилось то, что она вот с крышкой. Удобно для использования ежедневно. Думаю, можно сюда положить мармеладки. Вот и конфеты без обертки, без фантиков. Но пригодится для всего. Очень интересное оформление. Сейчас передвину камеру. Вот, выполнено очень качественно. И стоит она 49 рублей. В нашем фикс-прайсе это новинка. Я часто хожу в фикс-прайс, поэтому еще таких не видела. Их очень много, но я взяла себе на пробу один. И еще. Для кухни обновить. Купила я вот такие вот полотенца. 30 на 70 сантиметров. Также здесь написано состав 90% хлопок, 10% полиэстер. Очень такой красивый принт. Мне понравился. Мягкий такой. Все старые надо выкинуть и поменять. Следующий принт, узор у нас вот пойдет такой. Тоже очень интересный, посмотрите. Но разница есть. Здесь написано, что состав 100% хлопок. А здесь было 90% хлопока и 10% полиэстер. Полотенце стоит по 55 рублей. И еще один принт мне очень понравился. Я люблю зеленые салатовые цвета, если вы смотрите мои обзоры. Очень красивые узоры, рисунки. Очень понравилось. Здесь написано также 90% хлопок, 10% полиэстер. Эти полотенца у нас есть уже в фикс-прайсе давно, но я не обращала внимания, пока мне не захотелось поменять полотенца на кухне. Ну, висят вот такие веревки, но это ничего страшного. Здесь вот другая сторона полотенца. Очень красивые рисунки. Очень довольна своей покупкой. Покупки были необходимые. А то многие такие комментарии пишут, которые я стараюсь удалять, но некоторые остаются. У вас, наверное, на кухне хлам. Куда вы используете эти тряпки? И поэтому, девчонки, мальчики, подписывайтесь на мой канал. Завтра я постараюсь снять обзор на кухню. Но кухня будет у нас обычная, недорогая, скромная. Кухня у нас очень маленькая. Всего 2 метра на 3 метра. Мы даже холодильник убрали с кухни. Вот. Поэтому кухня очень маленькая, тесная, но мы как-то постарались все обустроить. Вот, и завтра я обязательно постараюсь снять обзор и также ответить на вопросы, которые задают
Бардак, хлам, куда деваете тряпки, куда деваете эти вещи, это касается вещей с магазина Fix Price. Кому интересно, также повторяюсь, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Только я очень прошу, не надо писать комментарии, которые унижают личность человека. Вот, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До следующего обзора. И в конце возвращаюсь, забыла показать. Также купила я бумажные полотенца. Плюш. Вот так он выглядит. Такие узоры. Стоит 50 рублей. Два слоя. Так, открою. Понюхаю и покажу. Запаха никакого полотенца не имеет. Не ароматизированный. Химических ароматов тоже нету, отсутствует. И вот такие вот рисунки, посмотрите, красивые. Нарисованы овощи. Очень мне понравился такой принт. Плотный. Вот два слоя. Также стоило 50 рублей.